Весной 1995 года телевизионные каналы страны сообщили сенсационную весть. В Санкт-Петербурге раскрыта преступная группа, занимавшаяся хищением произведений искусства, хранящихся в одной из богатейших сокровищниц мира – Государственном русском музее. Между тем, эта сенсация явилась лишь итогом многолетней детективной истории. Еще в 1977 году Ленинградское управление КГБ раскрывает хорошо организованную, тщательно законспирированную группу, поставившую на поток контрабанду культурных и исторических ценностей. Руководила этой группой искусствовед, член Ленинградского отделения Союза художников Евгения Гудкина. Вместе со своими компаньонами ей удалось переправить за рубеж большое количество икон, антиквариата, церковной утвари, а также 6 произведений малоизвестного в те годы, а ныне признанного гения русского авангарда Павла Филонова. Эти 6 работ Гудкина обманным путем получает от младшей сестры художника Евдокии Глебовой, которая после смерти брата хранила все его произведения. После ареста преступников Глебова передает картины и рисунки брата в дар Русскому музею. Вскоре по инициативе ленинградских чекистов Русский музей проводит первую официальную выставку работ Филонова. Тогда следователи отдела по борьбе с контрабандой и не подозревали, что, открывая широкой публике творчество Филонова, они обеспечат себя работой на ближайшие 20 лет. В мае 1992 года к одной из сотрудниц Государственного русского музея, находившейся в зарубежной командировке, обратился частный коллекционер с просьбой подтвердить подлинность одного из рисунков русского художника. Работа оценивалась в $500,000. К ее изумлению, это оказался известный рисунок Павла Филонова «Мужчина и женщина», который должен был храниться в фондах Русского музея. Пораженная сотрудница срочно посылает телефонограмму в Петербург с просьбой проверить наличие рисунка в музее. Самое удивительное, что рисунок находится на месте. Проводится экспертиза, которая показывает, что это лишь тщательно выполненная копия. По факту хищения подлинника Главным управлением внутренних дел Петербурга возбуждается уголовное дело. Но учитывая ценность похищенного и появление рисунка за рубежом, оперативную разработку поручают специально созданной бригаде сотрудников Федеральной службы безопасности. Под контроль берутся все сотрудники, имевшие доступ к работам художника. Срочно проводится проверка фонда Филонова. Все произведения оказываются на месте. Однако тщательно проведенная экспертиза рисунка «Мужчина и женщина» показала, что изготовить такую искусную копию можно было только в России, имея на руках подлинник в течение достаточно длительного времени. Стало ясно, что человек, совершивший подмену, работает в музее и имеет доступ к фонду Филонова. Только через него рисунок мог попасть к художнику-копиисту. Оперативники составили список художников, которые могли бы изготовить такую подделку. Сами понимаете, что изготовить такого уровня подделку может не каждый художник. По нашим прикидкам, в городе работает около 100 копиистов такого уровня. Но как к ним подойти? Не будешь же ходить каждому и спрашивать, вы не делали копии с работ Филонова? Конечно, никто не скажет. В это же время Министерство культуры ведет сложные дипломатические переговоры по возвращению подлинника рисунка «Мужчина и женщина» в Россию, и вскоре он оказывается в музее. Но в отделе, где хранились работы Филонова, продолжают происходить странные вещи. Однажды хранительница фонда Татьяна Свинторжецкая обнаруживает, что часть рисунка «Пир королей» повреждена, хотя во время майской проверки все было в порядке. Значит, с тех пор рисунок кто-то брал. О своих открытиях Свинторжецкая сообщает в дирекцию музея и ФСБ. Проведенная экспертиза устанавливает, в фонде находится подлинник. Но успокаиваться было рано. Очевидно, рисунок брали для изготовления копии, которую в любой момент могут попытаться подменить на подлинник. Хотя было не очень понятно, почему это не сделали сразу. Чтобы выявить похитителя,
хранилище и в коридорах музея были выставлены камеры скрытого наблюдения. Усилен контроль доступа к фонду. Продолжена разработка связи сотрудников отдела. Чтобы не спугнуть предполагаемого преступника, операция проводилась в обстановке строгой секретности. Но никаких зацепок не было. Так продолжалось почти год. Казалось, тайна подмены рисунка мужчины и женщины навсегда останется нераскрытой. Примерно в это же время в Москве шло расследование ряда дел о контрабанде крупных партий антиквариата. В поле зрения московских чекистов попал некто Тимофеев. Этот неприметный, слегка прихрамывающий человек в узком кругу коллекционеров и маклеров черного рынка слыл личностью легендарной. Искусствовед по образованию, автор нескольких монографий, Виктор Иванович был завсегдатаем художественных аукционов и выставок, числился консультантом в нескольких музеях. Однако во время расследования чекисты все чаще наталкивались именно на него. За Тимофеевым было установлено скрытое наблюдение. Оперативная разработка позволила установить, что помимо своей обычной работы, Виктор Иванович возглавлял целый синдикат по добыванию и переправке художественных ценностей за рубеж. Он имел обширные связи среди западных коллекционеров, часто встречался с зарубежными дипломатами. Через его руки уплывали из России на аукционы и в частные коллекции шедевры живописи и антиквариат. Весной 93 года во время слежки за Тимофеевым оперативникам удается перехватить информацию о том, что он получил заказ на рисунок Филонова «Две женщины и всадники», хранившийся в Русском музее. Сообщение немедленно передают питерским чекистам. С этого момента оперативники фиксируют все приезды Тимофеева в Петербург. Казалось, появилась ниточка, которая могла привести к раскрытию кражи рисунка мужчина и женщина, которая уже год числилась в разряде безнадежных. Однако никаких встреч Тимофеева с сотрудниками Русского музея выявлено не было. Но в один из приездов Тимофеева в Петербург наружка фиксирует на московском вокзале его встречу с невысоким пожилым гражданином. Расшифровка видеозаписи позволила быстро установить личность фигуранта. Им оказывается 63-летний Моисей Залманович Поташинский, личность, хорошо известная как среди коллекционеров, так и в правоохранительных органах. К этому времени Поташинский имел уже 3 судимости, и все они были так или иначе связаны с хищением и контрабандой культурных ценностей. На зоне получил кличку «Переплетчик». Свою богатую трудовую биографию он начинал в переплетной мастерской. Было ясно, что Поташинский взялся за старое, и теперь с него нельзя было спускать глаз. Но никаких контактов Поташинского с кем-либо из сотрудников Русского музея установить не удается. И все же длительное наблюдение за Поташинским дает результат. В один из дней оперативники отслеживают его встречу с художницей-копиисткой Татьяной Шнайдер. Это была уже зацепка. Но никаких доказательств причастности ни переплетчика, ни художницы к подмене рисунка в Русском музее у следствия не появилось. Наблюдения продолжались. В один из дней камера фиксирует встречу Поташинского с симпатичной черноволосой женщиной. Оперативники сразу же опознают в ней сотрудницу Русского музея Татьяну Король. К фонду Филонова она непосредственного отношения не имела, но работала в том же отделе, где хранились работы художника. Теперь уже оперативники фиксировали каждый шаг и Тимофеева, и Поташинского, и Король. Казалось, до разгадки тайны преступления оставались считанные дни. Но последующие наблюдения за подозреваемыми ничего не давало. Все они продолжали обычную жизнь, не проявляя никакого интереса к работам Филонова. И как бы ни было в их действиях такой стройной схемы, что ли, по которой обычно совершается подобного рода преступления. Тем не менее, наблюдение за всеми продолжалось. В очередной приезд Тимофеева в Петербург камера запечатлела сцену его бурного разговора с Поташинским. О чем шел спор, оперативники могли лишь догадываться. И только летом 93 года в одном из прослушанных чекистами телефонных разговоров звучит долгожданное слово «Филонов». Что, мы же не собираемся же продавать фальшак? Фальшак мы положим к ним, папа. Вы понимаете? Она же не будет вот до такой степени услуг.
Нет, но сейчас, я думаю, вот так, бумага же еще нужна. Вот такие, чтобы можно было использовать, по-моему, 3 штуки, если мне понять. Давай. Давай. И ты мне звони, когда возьмешь билет, позвони мне. Пока. Однако в поведении подозреваемых ничего не меняется. И никаких конкретных действий по выполнению заказа на кражу и подделку очередного рисунка Филонова не происходит. Чекисты вынуждены прекратить наружное наблюдение. Но осенью 1994 года из Москвы приходит неожиданное сообщение. В первых числах октября Тимофеев обнаружен мертвым в своей квартире на Лесной улице. Осмотр тела никаких явных признаков насильственной смерти не выявил. Официальное заключение судмедэкспертизы – инфаркт. На всякий случай оперативники ФСБ опросили соседей покойного. Одна из соседок рассказала, что незадолго до смерти Тимофеева его несколько раз навещал какой-то высокий мужчина в светлом плаще, который говорил с иностранным акцентом. Не исключено, что это и был заказчик на кражу рисунков. Но теперь со смертью Тимофеева, скорее всего, цепочка по переправке за границу очередных произведений Филонова могла прерваться, а тайна предыдущих краж остаться не раскрытой. Как не раскрылась она и 10 лет назад, в почти аналогичной ситуации. Тогда, в 1985 году, следователь Ленинградского управления КГБ Сергей Яковлев возглавил дело по факту неожиданного появления в центре Жоржа Помпиду в Париже 8 работ Филонова, которые также должны были храниться в Русском музее. Под подозрение попал один из его сотрудников, который мог совершить подмену, но и его неожиданная смерть не позволила довести дело до конца. Рисунки остались в Париже. Как в истории 1985 года с парижскими рисунками, так и в хищении рисунка мужчина и женщина в 1992 году использовался один и тот же метод. И в том, и в другом случае следователи и оперативники знали, кто причастен к кражам из музея, но ни разу никого за руку поймать не удалось. Но они были уверены, бесконечно так продолжаться не могло. В начале мая 1995 года Яковлев получает шифровку от московских коллег. В ней сообщается, что во время одной из операций в Москве по задержанию группы наркокурьеров при обыске квартиры неожиданно обнаруживают тот самый рисунок Филонова «Две женщины и всадники», который заказали покойному Тимофею. Кроме того, там же были найдены 2 работы Маковского. По словам одного из задержанных, эти работы незадолго до смерти передал ему на временное хранение Тимофей. Рисунки самолетом доставляют в Петербург. Руководство Русского музея вместе со следователем ФСБ втайне от большинства сотрудников музея проводят срочную экспертизу. Устанавливают, что рисунок Филонова «Две женщины и всадники» стоимостью $300 000, а также 2 работы Маковского, камердинер, сидящий за чайным столиком, и лесничий с ружьем, хранящийся в музее, являются подделками. Но главным открытием для следствия на этот раз было то, что хранителем рисунков Маковского была уже хорошо им известная Татьяна Король. Это была уже реальная улика. Это дало основание и позволило принципиально разговаривать с работницей музея Король. Разговор был достаточно откровенный. Мы рассказывали о том, почему именно к ней мы обращаемся со своей претензией. Что у нас есть доказательства ее причастности к преступной деятельности и что именно в ее интересах рассказать нам о том, как было совершено это преступление. Доводы следователя показались Король убедительными, и она делает чистосердечное признание. Ее показания позволили следователям выстроить схему похищения рисунков, одним из звеньев которой была знакомая Поташинского художница-копиистка Татьяна Шнайдер. Во время беседы с оперативниками она не скрывала, что по просьбе Поташинского неоднократно изготавливала для него копии картин известных мастеров, в том числе и рисунков Павла Филонова. Теперь можно было выписывать ордер на арест и коллекционера-рецидивиста. В это время ничего не подозревающий Поташинский живет на даче в Эстонии. 14 мая через знакомых телефонным звонком его вызывают в Петербург. На российско-эстонской границе задерживают и передают сотрудникам ФСБ. В этот же день с санкцией прокуратуры проводится обыск в его квартире. Изымаются 2 пистолета, патроны, большое количество картин,
каталоги работ Филонова, а также блокнот с записями цен на похищенные произведения. Обыск длился до 3 часов ночи. Во избежание утечки информации операция по этому делу была настолько засекречена, что о ней не знали даже в Управлении внутренних дел. И когда оперативники стали выносить изъятое, бдительные соседи вызвали милицию. Но, слава богу, успели разобраться, и дело не дошло до стрельбы. Готовясь к допросу Поташинского, Сергей Яковлев тщательно изучал биографию переплетчика. К этому времени Поташинский уже имел 3 судимости. Но самым громким было дело, когда Моисей Залманович собрался эмигрировать из Советского Союза. Тогда-то ему в голову и приходит гениальная идея. Одна за другой в адрес тестя, проживающего в Израиле, уходят почтовые бандероли с весьма заурядными книгами и альбомами. Вначале тесть недоумевает, и только после очередного письма Поташинского со словами «Смотри глубже, вникай в содержание», тот оценивает хитроумность зятя. Да, я еще был знаком с таможенником. Я у него спросил, а как вот определяется, когда в книгах контрабанда? Он показал, говорит, вот так вот открывается книга и смотрится так вот, сам в корешке спрятано. Значит, так. Тогда я понял, что вот в крышках они не видят. Дело в том, что во времена железного занавеса бандероли были, пожалуй, единственными в СССР почтовыми отправлениями, не подвергавшимися тщательному досмотру. И бывший переплетчик профессионально запечатывает в обложке книг бесценные работы Доре, рисунки Бурлюка, Бакста. Канал действовал бесперебойно. Впоследствии это громкое дело получило название «Бандероли в Иерусалиме». Тогда же в переписке Поташинского с тестем все настойчивее начинает звучать фамилия Филонов. Дело в том, что тесть Эфраим Лесов был учеником Филонова и прекрасно знал цену его работ. Сам Филонов, несмотря на нищету и забвение, никогда не продавал свои работы за границу. Еще в 30-е годы один американский коллекционер предложил ему продать любую работу. Ответ художника был коротким и четким. «Рисунки – это мои дети, а детей не продают». Филонов умер в блокадном Ленинграде в декабре 41-го года. Все свое творческое наследие, более 300 графических и живописных работ, он оставил сестре, Евдокии Глебовой. Зная это, Лесов советует зятю завести знакомство с сестрой художника. Приходил к ней, она тогда была в Доме ветеранов сцены, жила. И у меня было даже, я через сестру купил Филонова картину, это самое, Карл Маркс, это так он в воздухе, как святой, с нимбом. Контрабандно-бандерольный канал действовал почти 2 года. Но в 79-м году Поташинского арестовывают и приговаривают к 10 годам колонии. Однако, учитывая его содействие по возвращению из-за границы переправленных работ, досрочно освобождают. И переплетчик возвращается к прежнему образу жизни. Потихоньку собирает новую коллекцию, заводит полезные знакомства в музеях и среди коллекционеров. Тогда же происходит его знакомство и с Тимофеевым, который покупал у Поташинского некоторые произведения искусства. Показания Король, Шнайдер и самого Поташинского позволяют следователям восстановить истинную картину преступления. Оказывается, знакомство Татьяны Король и переплетчика состоялось задолго до заказа Тимофеева на рисунок Филонова «Мужчина и женщина». Еще в 89-м году по просьбе Поташинского она выносит ему рисунки Репина и Маковского, с которых он при помощи своей знакомой художницы делает копии. Особого труда Король это не составлял, так как эти произведения числились у нее на хранении. Позже Поташинский просит ее вынести также работы Филонова. Король не без колебаний соглашается. Это было сложнее, так как фондом Филонова заведовала другая сотрудница, Свентержецкая. И все же Король это удается. Тайно вскрыв шкаф,
Она украдкой выносит рисунки мужчины и женщины, пир королей и две женщины и всадники. Копии были изготовлены столь тщательно, что после обнаружения первой пропажи рисунка мужчина и женщина проверка не обнаруживает остальных подмен. Теперь следователям становится понятно, почему не дало никаких результатов установленное за всеми участниками наружное наблюдение. На единственной зафиксированной встрече Поташинского и король она, напуганная скандалом в музее, просит его прекратить все отношения. Тимофеев, получивший заказ на очередной рисунок, настаивает на продолжении операции. Но осторожный Поташинский, боясь провала, вручает ему копию пира королей, а подлинник король возвращает в музей. Именно тогда случайно и был поврежден край рисунка, что через несколько дней и обнаружила Свинторжецкая. Тимофеев по налаженному каналу направляет работу на Запад, где подделка и обнаруживается. Бурный скандал по этому поводу Тимофеева с Поташинским и зафиксировали тогда оперативники. На руках подельников остается лишь один подлинник Филонова, две женщины и всадники. Однако после истории с продажей подделки западные заказчики больше не доверяют Тимофееву. Он нервничает, пьет и настойчиво ищет покупателя. И находит его. Эту встречу Тимофеева с западным дипломатом и удалось зафиксировать оперативникам. Но загадочная смерть помешала Тимофееву осуществить эту операцию. А через несколько дней покидает Россию дипломат, заказавший ему рисунки. Так завершилось расследование серии краж произведений Филонова из Русского музея, совершенных в 1992 году. И более того, в ходе следствия мы получили достаточные данные, достаточные улики для серьезных заключений, серьезного продвижения вперед в расследовании основного уголовного дела. Это хищение 8 рисунков Филонова, которые сейчас находятся, к сожалению, до сих пор в музее Центра Помпиду. 5 февраля 1997 года Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор. Назначить Поташинскому Моисею Залмановичу наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Король Татьяну Николаевну признать виновной и назначить ей наказание в виде 6 лет лишения свободы без конфискации имущества условно. Картины вернуть по принадлежности в Государственный русский музей. Ровно через год, в марте 1998 года, в голландском городе Маастрихте открылась очередная ярмарка искусств. В ее рамках проводится знаменитый художественный аукцион, где на продажу выставляются наиболее известные дорогие шедевры мирового искусства. В зале русского авангарда на одном из самых почетных мест были выставлены 5 работ Филонова. Как и откуда они сюда попали, неизвестно. Очевидно одно. Творческое наследие гениального русского художника Павла Филонова не оставит без работы сотрудников Федеральной службы безопасности и в наступающем тысячелетии.